Всем привет из Турции, друзья. 27 мая, среда, и мы находимся сейчас не в Анталии, а в Алании. Но я вам расскажу расписание, вернее, не расписание, а какая погода вы сейчас узнаете в Анталии сегодня и в ближайшие два дня. Сейчас погода в Алании и в Анталии отличается, можно сказать, немножко. Может, даже не немножко, я имею в виду по градусам. Поэтому я вот отдельно расскажу, с чего ждать тем, кто... Ну, возможно, даже едет, может быть, кто-то едет уже в Анталию, либо тем просто, кто хочет узнать, какая сейчас погода. Я, к сожалению, не смог пока что попасть на фоне этого замечательного моря в Алании. Итак, погода в Анталии, друзья, ночью было всего лишь до 19 максимум, от 17 до 19. Довольно-таки прохладно, можно сказать. Люди ходили в свитерах после комендантского часа, кто вышел в 12 ночи на улицу. 4 дня был запрет на выход из дома, и в 12 ночи многие вышли гулять, конечно же. Вот, днем, сейчас, в данный момент, 8 часов утра, в Анталии плюс 21. Выше 23, сегодня температура по столбикам термометра в Анталии не поднимется. Но по ощущениям на солнце, я думаю, что будет она градуса 24-25. Нельзя сказать, что прохладно, нельзя сказать, что сильно жарко. В принципе, комфортная погода для этого времени года, скажем так, вполне нормальная. Африканская жара уже ушла у нас, и... Море тоже немножко стало холоднее. Море в среднем сегодня днем будет всего лишь 22. В некоторых самых прогреваемых и мелких местах в Анталии море будет максимум 23, но в основном 22, а кое-где даже 21. Вот такое вот море. По морю, конечно, в Алании тоже немножко теплее и по градусам немножко больше в Алании. Можете посмотреть видео отдельное с погодой. В Алании есть у меня на канале. И, друзья, в ближайшие два дня в Анталии возможны дожди. Возможны дожди, они будут завтра, послезавтра, возможно. Может быть, еще все поменяется, их не будет, конечно. Но пока что планируется, скажем так. Вот, погода замечательная. Все цветет и пахнет. Очень здорово, очень... После 4 дней, опять же, сидения дома и не выхода никуда все 4 дня, ну, знаете, начинаешь ценить каждую мелочь. Хотя я и так всегда все это ценил. Турцию я обожаю. Добро пожаловать всем, кто впервые на канале. Я думаю, если вы подпишетесь, что-то интересное для себя будете узнавать. Видите, это не только Турция и не только Алания. Всем добра, здоровья, позитива, хорошей погоды и скорейшего попадания в Турцию тем, кто мечтает сюда попасть, конечно же.